где хвостик? Где хвостик? Мясо хочешь? Хорошее видео, мы, друзья, чтобы узнать подробности этого видео, перемещаемся. Как любишь. Точнее, связываемся с Гелдой. Гелда, Александра, Самара, Сибирка. Здравствуйте. Рассказывайте, как получилась вот эта ситуация, которую вы засняли на видео? Вообще, обыденная ситуация для нас. Мы просто в очередной раз собрались поехать в магазин и оставили машину заведенной. Сами пошли по своим делам, да, оставили дверь открытой. Вот. Потом подхожу, смотрю, дверь, видимо, кто-то закрыл, а собак внутри не заметил. И смотрю, вот две мадамы сидят и уже готовы ехать без нас. Да, они всегда, когда слышат звук мотора, они сразу пытаются где-то находиться рядом, чтобы их не забыли, не дай бог. Поэтому в этот раз они решили прям, чтобы 100% уехать с нами, сели прям на водительское сиденье и не дали нам шанса их забыть. А кто на видео? Мы сейчас с вами Зефирка. Кто там еще присутствует? Это Зефирка. Рядышком есть еще Чуня, ее дочка сейчас. А, это мать и дочь. А потом за рулем Зефирка. Да. Не Чуня.